Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло в Хабаровске. После парада в День Победы танк Т-80 возвращался на место постоянной дислокации. На перекрестке водитель, видимо, перепутал педали вместо тормоза, немножко дрифтанул и в результате протаранил светофор. Скорее всего, танкист немого подустал, сказались тяжелые праздничные дни. В результате ДТП ни один танк не пострадал. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.